Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, продолжаю серию видео о том, как заработать на нефти. В самом первом видео из этой серии я предложил вам проголосовать о том, куда пойдет нефть, и большинство сказало, что нефть будет расти. Во втором видео я рассказывал о том, как заработать на нефти, то есть через покупку фьючерса. Вы можете купить фьючерс. Один фьючерс – это 10 баррелей нефти. Если нефть вырастет на 4 доллара за баррель, то на каждом фьючерсе вы заработаете по 40 долларов. И при этом для этого надо иметь всего 10 примерно тысяч рублей на каждый фьючерс. Я рекомендую, на самом деле можно меньше, вот, но я рекомендую от 10 тысяч рублей. А сейчас я хочу рассказать о том, как можно заработать больше. Смотрите, когда мы покупаем фьючерс, нам необходимо на счете иметь в районе 10 тысяч рублей. На каждый фьючерс. И каждый фьючерс – это 10 баррелей нефти. Но сейчас я вам расскажу о более рискованной стратегии, но она позволяет заработать намного больше. Смотрите, мы можем не покупать фьючерс. Есть еще один инструмент, который позволяет значительно увеличить прибыль, если мы абсолютно уверены в росте цены на базовый актив, то есть на нефть. И мы можем купить не фьючерс, мы можем купить опцион. Мы можем купить опцион колл. Если мы хотим поставить на рост нефти, то мы покупаем опцион колл. И если мы если мы ожидаем падения актива, то мы покупаем опцион put. Что такое опцион? Опцион – это такая штука, которая дает нам право получить разницу между ценой strike и текущей ценой базового актива. Перевожу на русский язык. Смотрите, сейчас нефть стоит 65 долларов за баррель. И есть опционы с различными страйками на нефть, в частности. Страйки – это один от другого отличается на 1 доллар. Там страйк 64, страйк 65, страйк 66, страйк 67, страйк 68, страйк 69. Если мы покупаем опцион колл со страйком 65, текущий, то и нефть выросла до 69, то в момент экспирации этого опциона или когда мы его можем продать, то опцион дает нам право получить разницу между текущим курсом, вот который до 69, например, она выросла, между текущим курсом базового актива и ценой страйк. Вот так. То есть опцион дает право получить вот эту прибыль. В чем здесь кайф? А кайф в том, что опцион стоит намного дешевле, чем фьючерс. Вот в чем дело. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Вот он, опцион колл со страйком 65. Будет стоить приблизительно 1,47 доллара. Понимаете? 1,47. Что это такое? Ну, 14 долларов нетрудно посчитать, что это, ну, в районе там, для этого уже достаточно на счете иметь в районе 2500 рублей. Понимаете? То есть, имея те же самые там 10 тысяч рублей, минимальная сумма на срочном рынке, вы уже можете купить до 5 опционов колл.
Понимаете? И получите те же самые деньги на каждом опционе. Каждый опцион соответствующий одному фьючерсу, то есть разница в цене от 10 баррелей. Понимаете? Для того, чтобы заработать деньги на росте цены на нефть, можно покупать не сам фьючерс, а можно купить опцион колл, который стоит сильно дешевле. Мы можем затратить $1.47 и получить за это $40, когда нефть вырастет до 69. Вот такая штука эти опционы. В чем здесь минус? А в том, что если нефть пошла вниз, то мы теряем все вложенные деньги. То есть $1.47 за каждый баррель, то есть $14.7 за опцион у нас теряются. Вот в этом минус. В чем плюс опциона? Плюс опциона в том, что как бы сильно она ни упала, наши убытки ограничены только ценой покупки опциона. Оба-на! Вот это вот очень-очень здорово на самом деле. То есть, смотрите, мы точно знаем максимальную сумму, которую мы потеряем. В данном случае это 1,47. Приблизительно, потому что цена рыночная. 1,47. То есть, смотрите, сейчас 64. Мы потеряем вот столько. Это максимум. То есть, если нефть пошла ниже, то мы ничего не теряем. Сейчас я попытаюсь нарисовать. Вот это наши максимальные потери. А если нефть пошла выше, то мы начинаем зарабатывать. И мы начинаем зарабатывать. Вот, начиная отсюда, ну, здесь, если провести линию 45 градусов, то есть ровно настолько, насколько нефть выросла, мы столько заработаем. То есть, смотрите, вот эти деньги мы на момент покупки опциона тратим сразу. И для того, чтобы нам эти деньги вернуть, нам нужно, чтобы нефть выросла выше, чем вот эта вот верхняя часть. В этом минус. Если нефть на момент экспирации опциона будет ниже, чем цена страйк, то мы все теряем. Поэтому опцион – это страшно рискованный продукт. То есть не надо туда вкладывать все деньги. Мы понимаем, что мы теряем. Итак, опцион – это такая штука, которая... Мы теряем все деньги, если цена оказалась, ушла не туда, где мы ждали. Вот, если она находится вот в этом диапазоне, то мы находимся около денег, то есть, ну, сказать, мы не все теряем, а мы уменьшаем наши потери. И самое интересное, что будет, если цена увеличивается выше, чем наш опцион. Выше, чем стоимость нашего опциона. А происходит следующее. Смотрите. Мы вложили в опцион $1.47. Так? Так. А цена пошла вверх. Выше, 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 выше. И вложив всего $1.47, а она пошла выше до 69, то мы получаем 4 минус 1,5, $2.5 на вложенные 1,47. Нетрудно посчитать, что это больше 100% за короткий срок. Вот такие огромные доходности можно получить на опционах.
сверхдоходности. Но при этом мы рискуем вот этими 1,47, мы рискуем их полностью потерять. Если на фьючерсе, когда мы покупаем фьючерс, то мы рискуем потерять, но мы потеряем не все, то здесь, если цена пошла не туда, то мы теряем все, все деньги, которые вложены в опцион. Поэтому опцион, во-первых, обладает огромным риском, а во-вторых, что такое опцион? Я напоминаю, что это право получить разницу между ценой страйк и текущей ценой. Если это опцион кол, то на росте, то если опцион, то это разница между страйком и текущей ценой, ну, в минус. И там тоже есть положительная, как бы, возможность заработать. Но, как я сказал, риски огромные. Это если мы не знаем, как пользоваться. Но в то же время я сказал, что есть опционные стратегии, которые минимизируют риски и даже буквально сводят их к нулю. Вот в чем дело. Опцион подобен скальпелю. Он очень острый скальпель, им очень легко навредить. Но это необходимый инструмент для лечения многих болезней. Также и опцион. Он может принести максимальную прибыль с минимальными рисками, если им правильно пользоваться. А вот об этом я расскажу в других видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Не забываем ставить лайк, комментарии и делиться этими видео. До встречи.